Жителям самостроя в скором времени, по всей видимости, придется не только искать место для парковки своих автомобилей, но и выкапывать дорогу к дому. На кадрах любительской видеосъемки запечатлена работа снегоуборочной техники. Правда, вывозить снег не на чем. Работает один тракторист. Сугробы с дороги он разгребает по сторонам, точнее, людям прямо под дверью.